It's true. You may speak Russian if it's more convenient for you. Where are you from? Я и так разговариваю по-русски. Я понял. Вы откуда будете? Я из Петербурга, а вы откуда, братан? А я буду из Торонто. Торонто? Да, на какие темы общаетесь в рулетке? Меня не интересует, с кем, в данном случае со мной. На какие темы вы общаетесь в рулетке? Да, мне по барабану, я общаюсь вообще на любые темы. Я просто сейчас сижу и убиваю легко. Ну я понял. Может, вопросы какие у вас интересные есть? О, вопросы к вам одни. Вы кто-то художник, провинциал? Может быть, вы священник? Может быть, вы просто какой-то человек, которому просто делать нефиг? Ну, наверное, как последнее, наверное, как и вам. Ну, мне-то есть чего делать. А чего? Я-то со всего выбираю, какую-то выгоду беру, понимаете? Я же не просто так общаюсь, мне нужна какая-то определенного рода выгода. Ну, я тоже не просто так общаюсь, мне контент нужен определенный под запись. Но это не важно, это личные проблемы. Вопросы у вас есть какие-нибудь интересные, не личные, а вот вообще такие, более глобального масштаба? Ну, когда мы завоюем этот долбанный космос? Что вы имеете в виду, смотря? Ну, завоевывать же постепенно. В данном случае слово «завоюем» — это, так сказать, оно не очень подходит. Освоим тогда уж. Если бы космос был кем-то... Я имею в виду, когда мы все-таки пойдем на Марс. Ага. Ну когда? Когда? Некоторые считают, что на Марс чисто экономически это недостижимо, поскольку, так сказать, энергии столько не хватит долететь. А некоторые считают, что достижимо. Но когда соптимизируют энергетическую составляющую полета. А что тогда на Марс? На Марс человек-то не может полететь, он будет лететь очень долго. Хотя он прилетит уже... Ну все. Вот и все. Кримчей, блядь! Даже он выволок на свет и приволок подколотый и подшитый материал. Канализация прошла? Канада, в Соединенных Штатах, я закончил вопрос. В Соединенных Штатах федерализация? Федерация. То есть уже федерализация закончилась. Федерация. В Соединенных Штатах федерация, оказывается? Не слышал даже. Да? Да. Да? А как называется? Соединенные Штаты Америки. Это федерация? Да. Госустройство США – федерация. Погуглите. Ну, Королёв всегда писал, что он украинец. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой!